Всем доброе утро. Утро начинается с молочной кашки. Хоть младшую накормлю. Старшая покушала какой-то бутерброд, а младшенькую хоть накормлю кашкой молочной, да и себя. Самое главное — себя накормить. Утро, как всегда, начинается с кучи посуды, с разборки в холодильнике. Там вечно понапихают с вечера все, что можно в этот холодильник. Я разбираю, по полочкам расставляю. Поводу сходить каши наварить. Господи, как будто в 19-м веке живу. Так, мне сахар чуть-чуть нужен. Сахар, не знаю, какую молочную кашу. Говорю, что тебе сварить? Она говорит, не знаю. Ну вот и я не знаю, сижу, думаю, пока молоко кипячу. Водичкой чуть-чуть разбавила. На цельном молоке кашу не варю, чуть-чуть водичкой разбавляю. А то дюже жирное магазинное молоко. Маслица. Так, на масло тебе. Сейчас с медом еще, да. Не хочешь с медом, не надо. И себе кусочек. Все прям в меру, посмотрите. И молоко. И паутинка. И хлеб с маслом, с медом. Не завтрака. Сейчас хорошо позавтракаем. Мы будем делами заниматься. Ел вот так. Если я, конечно, на это все не плюну. А то я могу. Но капусту надо однозначно помариновать, засолить. Потому что лежит. Чем дольше лежать будет, тем получается, ну, суши нашу лежит. У нас жарко на улице, кошмар. Она у меня на балконе, на солнышке. А хочется, чтобы сочная капуста была. Поэтому надо ей заняться первым делом. А еще хочу борща. Знаете, какого? С кислой капустой. Пойду за капустой. Куплю. Так, хотела борщ приготовить, по-моему, я его не приготовлю. Хоть бы капусты накрошить. Болтала. Полдня опять болтала по телефону. У меня сегодня у свекрови день рождения. Я ее поздравляла. Час провела с ней. В общем, ну, думаю, ладно. День рождения же надо посвятить любимой свекрови столько времени. Она там обо всем пока подрассказывала, пока поговорили, пока то да сё. Господи, что нам женщинам языками сцепиться, да? Ну, в общем. А теперь хочу капусту накрошить, замариновать. Рассол я поставила там на литр воды. 100 грамм сахар, 100 грамм соли, 200 грамм уксуса. Закипит. Потом, значит, подождать, пока остынет. И теплым рассолом, ну, таким теплым, как с это самым, заливать. В общем, капусту сейчас покрошим. Так. Вот эти зеленые листики уберем, да? Вот этот вот какой-то, который отваливается, убираем. Так, это нормально. Сейчас, да, посмотрите, очень ровно разрезано. Это убираем. Все, вот этот уже уберем зеленый. Рассол, который он сварился, ну, закипел, значит, мы залили прямо в банку, а теперь прям туда запихиваем капусту. Все, что мы накрошили, плотно, плотно, прям вот так вот, и запихиваем. И рассол, естественно, поднимается. Я туда добавила чуть-чуть морковочки, перчика, и горького, и болгарского. Все.
Вот видите, прям вместе с... Вот так вот. И на 2 дня поставить в тепло. Мне кажется, у нас сильно тепло, поэтому завтра уже попробуем. Может быть, и даже на 1 день. Вот, прямо посмотрите, с одного качана целая баночка получилась. Красота, блин. Сейчас мы еще подберем все, что на стол упало. Вообще красота будет. Все. Так, рукой. Вон, далее рассол как поднимается. Маринованная капусточка будет. Надо ужин приготовить. У меня одно филе нарезанное. Спагетти варятся. Мои супер баночки. Вот так вот прямо. И болгарский перчик. Острый перчик. Прямо вот так вот остренький перчик будет. Остренько. Вчера я же готовила перцы, да, вообще готовила. А мама говорит: а почему ты лук не положила? Мама, смотри, кладу лук. У меня целая банка лука. Девочки, вы не представляете, как он пахнет. Это, ну, это сногсшибательно, он так пахнет. Чем-то жареным, чем-то, ну, я не знаю чем. Короче, мама, смотри, целую кладу лук. Как ты говорила мне, я кладу. В общем, смотри, вот беру. Все, вот сюда лучок. Это прям, посмотрите, красота, да, какая? Это лук сушеный. Я сама насушила. Это соевый соус. Соевый же, да. Заливаю соевым. В общем, все, знаете, на глаз, на нос, на рот. Сейчас будем пробовать. Где тут моя красивая ложка, чтобы повыпендриваться? Чтобы не надо нам некрасивая, нам нужна красивая. Вот так вот. Все это перемешаем. Все. Пускай тушится. Пускай тушится, а потом мы... А, еще у меня, смотрите, бальзамический соус-крем. Надо, не надо, как вы думаете? Я не знаю, надо, не надо. Ну, пускай будет, да? Раз мы выпендриваемся, пускай будет. Ой, посмотрите. Ну, молодец я. У меня еще бальзамический уксус. Господи, что тут у меня нету? Какой хрени у меня нету в доме? Красота. Все, пускай тушится. Так, макаронинку мы сейчас пробуем. А, и соль. Соль-то я не положила, да? А соль, зачем мне соль? Там же соль. Чуть попозже попробую. И соль, если что, докину. Так, где она? А, вот она, девочка. Вилка моя, вилка. Надо мне спагетти попробовать. Мне кажется, мало. И детям, и мне не хватит. Ай. По усам текло. Уже это не попадало. Слушайте, не сварились, а пол баба. Один конец сварился, другой не сварился. Как так возможно? Так, лучок я сейчас убираю под пленку. Потом мне надо пересыпать по баночкам. Я банки купила. Где тут моя макаронина, которая сорта упала? Даже она в рот еще не попала. По баночкам надо мне рассыпать. Завтра я уже, я баночки купила. Рассыплю по банкам, и будет хорошо мне. Красота! Какой запах! Я вам честно скажу, напрягать. Такие баночки. Вот такие маленькие будут. Красивые, да? Хорошенькие будут. Я тут банками позапаслась. У меня и помидоры в банках. И лук будет в баночках. Помидоры вяленые я сделала. Дочка все у меня выклянчивает, а я ей не даю. Говорю, иди нафиг. Давайте вот так вот. Как вкусно. Чуть-чуть сольки. Чуть-чуть.
Значит, у меня, смотрите, капуста стоит. Спагетти я вообще взяла. Вот такие спагетти брала в светофоре. Присмотрите, девочки, правда вам. Вот я вам честно говорю, советую. Обалденные. Они, правда, и не развариваются. Они, в принципе, байсадовские. Они и не из самых дешевых. Эти. Дочка сходила в магазин, принесла мне это. Обожаю. Так нравится. В последнее время я не знаю, почему я это ем. Желешка. С жевательными шариками. Ну, офигительная вещь. Особенно, когда холодная. Давайте я вам покажу, что я, значит, собрала. Я мужу. Люблю я макароны. Макароны на обед, макароны на ужин. Только разные, видите. Гарнир один, а начинка разная. Здесь у меня... Вот, я забыла, знаете, кунжут там посыпать. Без кунжута, думаю, поест. Не умрут. Так, а здесь перцы. То, что не доели, тоже мужу на работу. Ну, а что делать? Ну и на завтрак хлебушек, там сосиска есть, сыр. На завтрак он сам что-нибудь собирает, он идет на сутки, обед, ужин или ужин, обед. Вот все пускай, кушает на здоровье.